Привет всем. Пошел второй день, как я начал бросать курить. Вчера продержался целый день, но часов в 10 вечера, то есть спустя 24 часа, как я начал бросать курить, все-таки сорвался. Значит, это вообще жесть была. Полностью взрыв мозга. У меня аж были такие ощущения, что башка взорвется. Там вчера специально ходил в магазин, купить себе семечек. Сосалок туда-сюда. Но, видать, сила воли вообще никакая. То ж сорвался. Сейчас опять продолжаю бросать курить. То есть опять пытаюсь терпеть. Вроде пока, ну да, меня тянет покурить, но пока взрыва мозга еще нету. Вот сейчас пока гуляю с ребенком, особенно, ну, даже когда курил, при гулянии с ребенком до сигарет не дотрагивался, но все равно иногда бывают такие моменты, что аж до трясучки. Курить хочется аж... Мама, не горюй. В карман сейчас засунул штук 20 сосалок. Не знаю, насколько долго их хватит. Надо было семечки взять. Погрызть. Чтоб рот хоть чем-то был занят. Так что жесть полнейшая. Просто, ну да, реально. Сила воли так развита не очень. Курить хочу вообще по-черному. Просто не знаю, получится, не получится полностью отказаться от сигарет, потому что курил больше 20 лет. В среднем в день пачек. Где-то пачка уходила. Иногда, конечно, до полутора пачек сигарет. Так что вы можете себе представить, что такое бросить курить более чем с 20-летним стажем. Тем более, ну, хотя, может, и не тем более. Сам строитель, а там настройки, сами понимаете, перекур. Дело святое. Так что жесть. Кстати, надо будет заняться спортом, потому что поначалу, ну, а сколько лет, лет в 13, я начал курить где-то лет в 12, наверное. Ну, как начал курить, баловаться сигаретой. А реально курить начал где-то лет в 15, когда уже у меня отец начал брать к себе настройку. У меня прораб-отделочник. Ну, отец начал брать настройку к себе. Ну и вроде перекур. Люди, там взрослые мужики, сотрудники строительной организации ДРСУ. А нет, не ДРСУ, ТДСК, Дмитровский домостроительный комбинат. Ну, наподобие СУ, строительного управления. Видят, так балуюсь, затягиваюсь через раз. А, что ты фигней страдаешь? Ты что, не знаешь, как курить правильно?
Ну, естественно, втянулся туда-сюда. Сейчас 37. Можете представить, 22 года. Ну, поначалу, конечно, сколько у меня уходило? Четверть пачки. Ну, на меня. Просто сейчас даже на YouTube канале уже начал пользоваться раскруткой. Ну, правда, сейчас боюсь, что меня блокирнут.
То есть показ рекламы остановят из-за раскрутки. Хотя будет обидно. Ладно, ребят, всем пока-пока. Будем прощаться. Всем до свидания.